В Казалинском районе ударными темпами строится мост Аль-Сеид. Работы ведутся круглосуточно, в две смены. Днем работают 40 человек, ночью свыше 10. Данный объект очень важен для обоих северных районов. Он призван обеспечить связь 13 аулов с большой землей. Прежде на этом месте стоял понтонный мост. Понятное дело, что переправа по нему, особенно не в погоду, небезопасна. А когда убирают на зиму, и вовсе аулы оказывались отрезанными от мира. Скоро все эти проблемы будут решены. Новый мост планируется сдать в следующем году. В 2017 году начали строительство. В целом сметная стоимость данного моста 2 миллиарда 796 миллионов тенге. Длина 219 метров. Две полосы, предусмотрены пешеходные дорожки и ночное освещение. Грузоподъемность до 180 тонн. Ведет работы «Кострой». Отметим, в этом районе понтонных мостов немало. Один из них на участке Карлан связывает с райцентром 10 аулов. Уркиндеу, Бірлік, Лахала, Адгон, Тасарык, Кожабақы, Араты, Бузкул, Каукей, Ажар. Вопрос на стадии решения. На сегодня еще одна нерешенная пока проблема в Казалинском районе – понтонный мост через Дарью на участке Карлан. При поддержке Аким области из областного бюджета на разработку технико-экономического обоснования было выделено 20 миллионов тенге. Далее будет подготовлена ПСД и будут вестись работы по решению вопроса финансирования из областного и республиканского бюджета.